Подарил участок стоимостью 3 миллиона рублей своей родственнице. Экс-глава села Нижнее Казанище предстанет перед судом. В августе 2015 года обвиняемый незаконно предоставил участок площадью 10 тысяч квадратных метров для ведения личного хозяйства. Женщина, недолго думая, зарегистрировала право собственности на землю в Росреестре. После того, как афера раскрылась, земельный участок возвращен в собственность муниципалитета. Ущерб возмещен. На экс-главу заведено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».